я хотел... Да-да-да. А вот после этого вы принимали участие на каком-то этапе в президентских выборах. И вот в минувшее воскресенье Эдуард Лимонов со ссылкой на вас сказал, что для того, чтобы выдвинуться в президенты, нужно 100 миллионов. То, что вот, мол, Касьянов все посчитал. 100 миллионов рублей? 100 миллионов, видимо, рублей. 100 миллионов рублей. Я надеюсь, похоже, что не другая валюта. То есть вот, а откуда вы взяли 100 миллионов, чтобы собрать подписи? В 2007-2008 году. Он это говорил именно про сбор подписей. Да, именно так. Примерно порядок цифр примерно такой, да. Мы нашли эти деньги, да. У бизнеса. А сейчас вас поддерживает бизнес сегодня? Бизнес поддерживает, но гораздо меньше у нас парнас в таком, значит, ну, не в таким объемами финансирования. У нас были небольшие объемы, но больше, чем сейчас, в то время, когда наш Народно-демократический союз и когда мы пытались участвовать в президентских выборах, у нас были средства, и мы организовали, действительно, у нас были штабы по всей стране. Скажите, у нас были инструкторы по сбору подписей, которые обучали людей, сборщиков, они готовились, у нас было 8 тысяч сборщиков. А что это был за бизнес? Это какие-то ваши знакомые были? В основном средний и малый бизнес. Знакомые, не то, что знакомые, но это в основном региональный, средний и малый бизнес. У нас даже и были, и сейчас даже есть люди, которые владеют предприятиями, которые не стесняются этого, что они находятся в оппозиционной партии. И на них есть давление, естественно, но поскольку они там чисты, просто скажем, такие идейные люди, с точки зрения налоговых всяких дел, значит, да, они продолжают быть, значит, да, в партии.